Всем привет! Я Вероника, и в этом видео я покажу вам процесс создания ватной елочной игрушки «Девочка с кроликом на Луне». Я уже выкладывала видео по созданию отдельных элементов этой игрушки. И в этот мастер-класс они также включены. Желаю всем приятного просмотра! Из двух кусков проволоки длиной 8 и 10 сантиметров формирую каркас так, как это показано на видео. Более короткий кусок проволоки использую для верхней части каркаса. На проволоку накручиваю хлопковую вату. Плотно приматываю ее ниткой. Для того, чтобы сразу выделить уголок локтя, сгибаю руку и приматываю дополнительный кусочек ваты в область предплечья. Более широкую его часть располагаю на месте локтя. Формирую голову. Для этого на петельку из проволоки накручиваю кусок ваты и плотно-плотно сжимаю ее и обматываю ниткой, придавая круглую форму. Смазываю заготовку клейстером и обклеиваю льняной ватой. Наматываю вату и плотно приглаживаю ее руками, смоченными в клейстере. Сгибаю ножки в такую позу, чтобы одна ножка при посадке на Луну немножко свисала, а вторая лежала на ней. С помощью комочка ваты, смоченного в клейстере, формирую коленку. Закрепляю ее сверху тоненьким кусочком ваты. Наращиваю ватой, смоченной в клейстере, объем в область щек. И закрепляю сверху тоненьким куском ваты. Также формирую подбородок и носик и закрепляю их таким же образом. Слегка придавила стеком глазницы. После полного высыхания заготовки покрываю лицо и открытые участки тела акриловой шпатлевкой. Затем мягкой кисточкой, смоченной в воде, равномерно распределяю шпатлевку по поверхности. После полного высыхания покрываю голову и открытые участки тела телесной акриловой краской и расписываю личико акриловой краской.
Предварительно намечаю глаза, рот и брови карандашом. Прорисовываю пальчики на ручках и ножках. С предварительно окрашенной гуашью и льняной ваты формирую платье, а точнее ночную рубашку. Небольшой кусок смачиваю клейстером, подгибаю край, чтобы было аккуратней, и накручиваю на руку игрушки. Это будет рукав. Область манжеты рукава стягиваю ниткой. Таким же образом сформировала второй рукав. Беру кусочек ваты побольше, также промазываю его клейстером, подгибаю края и примеряю к игрушке. Я сделала два надреза для рук, но по факту хватило бы одного, потому что второй не пригодился. И укладываю этот кусок ваты на игрушки, формируя складочки, так, чтобы вата слегка заходила на шею. Лишнюю вату отрезаю прямо на игрушки. Ворот стягиваю ниткой и подгибаю края наружу. Дальше формирую волосы. Волокно очищаю от мусора, вытаскиваю крупные кусочки. На голове ватной игрушки делаю надрез канцелярским ножом по линии пробора. И слегка раздвигаю края надреза. Отделяю и отрезаю небольшие пряди от льняного волокна. И засовываю один конец пряди в надрез на голове игрушки. Мне удобнее делать это маленькой отверткой. Смачиваю место крепления клейстером. Закрепляю таким образом пряди на одну и на другую сторону. Слегка смачиваю поверхность волос клейстером. И добавляю еще объем, закрепляю новые прядки поверх уже существующих с помощью клейстера. Руками, смоченными в клейстере, формирую нужную форму прически. Отделяю от волокна три небольших прядочки, растягиваю их, чтобы они получились как можно тоньше, и заплетаю в косичку. Для этого смачиваю все три прядки клейстером, скатываю их пальцами. Концы скручиваю между собой, чтобы зафиксировать.
Примеряю косичку, отрезаю лишнюю часть и фиксирую ее на прическе. Также с помощью клейстера. Таким же образом плету и закрепляю косичку с другой стороны. Я решила немного украсить прическу и покрыла косичку слюдой, предварительно разведенной в клейстере. Платье также покрываю слюдой. Дальше делаю вот такой полумесяц. Сперва рисую эскиз месяца. Для этого обвожу стакан, слегка сдвигая его и обвожу еще раз с одной стороны. Беру кусок хлопковой ваты, придаю ему форму, ориентируясь на нарисованный эскиз. И плотно обматываю ниткой. Периодически прикладываю заготовку к эскизу, чтобы добиться ровной формы. Смазываю заготовку клейстером и обклеиваю ватой. Для этого я использовала льняную вату. Лучше всего наклеивать сразу цельный кусок, тогда поверхность будет ровнее после высыхания. Разглаживаю поверхность и промазываю ее клейстером. Лишние хвостики я отрезала ножницами. Из тоненьких кусочков ваты, смоченных в клейстере и скрученных колечком, формирую кратеры. Закреплять я их буду тоненьким кусочком ваты, расположенным сверху кратера, немного заходящим на поверхность полумесяца. Всего я сделала 4 таких кратера. После полного высыхания окрашиваю полумесяц золотой акриловой краской и устанавливаю штифт. Для этого прокалываю отверстие шилом и вклеиваю штифт клеем гель-момент. Затем делаю вот такого маленького кролика. Беру небольшой кусок хлопковой ваты, придаю ему слегка вытянутую форму, отступаю немного места, там, где будет голова, а из той части, где планируется тельце, вытягиваю 4 небольшие лапки. Обматываю заготовку ниткой, выделяю отдельно лапки, обматываю каждую из них. Также обматываю голову. На тельце мне не хватило немного ваты, поэтому я добавила кусочек. Смачиваю заготовку клейстером и обклеиваю льняной ватой. И приглаживаю сверху руками, смоченными в клейстере. Слегка сгибаю задние лапки. Обклеиваю заготовку еще несколькими слоями льняной ваты. Стараюсь не слишком сильно прижимать и не до конца промачиваю ее клейстером, чтобы сохранялся эффект пушистости. В
формирую хвостик из маленького комочка, смоченный в клейстере ваты, и закрепляю его с помощью клейстера и тоненького кусочка ваты, наложенного сверху. Формирую уши и также закрепляю их на голове. После полного высыхания игрушки продавливаю пальцами и ногтями форму мордочки. И приступаю к росписи. Для этого я использую акварельные краски, обильно разведенные водой. Я смешала серый и коричневый цвет. Краску наношу неравномерно, более выпуклые части оставляю светлыми. Глазки рисую акриловым контуром, благодаря чему они получаются выпуклые и блестящие, как бусинки. Прорисовываю детали мордочки с помощью акриловой краски тонкой кисточкой. И после полного высыхания покрываю игрушку слюдой, разведенной в клейстере. Мне было удобнее делать это пальцем. Склеиваю все элементы игрушки клеем гель-момент. На этом все. Спасибо за просмотр.